С позаранку во всеоружие. На небольшой площади возле Сорочинского операционного центра собралась команда из лучших мастеров и операторов. Им предстоит нести необычную вахту, юбилейную. Это первое мероприятие, которым открыли празднование 50-летия предприятия «Оренбургнефть». Проводить на смену сотрудников приехало даже руководство. Но вместо наказов звучат поздравления, а текущие документы заменены почетными грамотами и подарками. Своим трудом и результатами ребята должны именно показать пример всему коллективу «Оренбургнефти», что независимо от праздников, все-таки у нас работа круглосуточная, в постоянном режиме, и ребята достойно выполнить свое задание. Они поедут на Загорское месторождение, которое было открыто еще в конце 80-х. Тогда с первой скважины нефтяникам удалось за сутки добыть чуть менее 100 тонн. С удачного дебюта началось и успешное развитие. Не менее 1 миллиона тонн нефти дает это месторождение. Это очень серьезный такой объект, это очень перспективный объект. Ну и мы думаем, что вот сейчас вахта 50-летняя, это уже практически старт к следующей полувековой дате. Смена хоть и юбилейная, но никаких поблажек почетные работники себе не позволяют. Производство все-таки серьезное. Выполнять работу качественно, грамотно, без всяких оплошности погрешности, чтобы не повлекло последствий аварии или все прочее. Уже ближе к вечеру участники трудовой вахты доложат руководству о результатах своей смены. Они, как и прежде, высоки. Почетная вахта, посвященная 50-летию «Оренбургнефть», поставленную задачу выполнена. От того, как сработают нефтяники, зависит благополучие многих районов области. Чем больше добывают, тем богаче казна. А значит, есть возможность строить, ремонтировать, помогать. Об этом говорил и губернатор, который тоже приехал поздравить передовиков. Социально-экономическое партнерство. Это ремонт школ, больниц, детских садов. Ну, еще очень много дел, добрых, хороших, во благо Оренбурга. За 50 лет «Оренбургнефть» удалось добыть более 500 миллионов тонн нефти. И это, уверены нефтяники, еще не предел. Я думаю, что те запасы нефти и то умение, которое мы с вами вот за эти 50 лет накопили, позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Екатерина Тихоненко, Виктор Горшенев.